Мне нравится, вот пишут боты, вы все просрали, вы полностью на 100% зависите от кого-то, вы бегаете по всему миру с протянутой рукой, на вас без слез уже смотреть невозможно. Ребята, русские, которые это пишут, я вам хочу сказать, открыть страшную тайну. Все просрали вы. Вы просрали свою страну, свое будущее и даже свое прошлое. Вы просрали все. Вас скоро не будет на карте. Сейчас подумаю, а что он говорит? Ну, поверьте, вы скоро это увидите. К хорошим новостям. В прошлом месяце Владимир Зеленский сказал, что Украина изготовит 1 миллион дронов в 2024 году. И Пишут, вот... извини, Олеся. Лысому повезло с женой, дуракам всегда везет. Ну-ну. И вот, сегодня Михаил Федоров сказал, что 1 миллион дронов в год довольно реалистичная цифра. Он рассказал, что сейчас в Украине работает около 200 компаний, которые занимаются дронами, и в PV можно сделать и более 1 миллиона. Имеющихся возможностей компаний уже достаточно, чтобы удовлетворить такую цифру. Рынок разогнался гораздо быстрее, чем есть денег, чтобы выкупать БПЛА, потому нужно увеличивать финансирование, открывать рынки, конкуренция способна генерировать инновации, сказал Михаил Федоров. Ну, блестяще это все. Я это полностью поддерживаю. И, конечно, вообще Михаил Федоров большой молодец. Программа правильная, нужная. И я знаю, что у Михаила Федорова все получится, потому что он умница. Вот это люди, которые необходимы Украине, такие как Михаил Федоров. Немножко обсудим то, что на болотах или болотах происходит. Потому что Путин, этот как-то Мучили. силиконовая ботоксная кукла, да? Путин отправляет на фронт участников голой вечеринки. И вот, кстати, какой-то, не знаю, как его назвать, ну вот какой-то там человек, который был на этой голой вечеринке абсолютно голый, в кроссовках и в носке на причинном месте. Сказали, что это какой-то их рэпер местный, я его видела впервые, не запомнила. Он сначала его посадили на 15 суток, что ли, там Носок они тоже там. не запомнила. А? Носок тоже не запомнила. Нет, только кроссовки помню. А Значит, и то, что было в носке, не произвело впечатления. кроссовки помню, остальное нет. Так вот, сначала его отправили на 15 суток за решетку, а уже сидя за решеткой, он получил повестку на фронт. При этом говорится в сообщении, что он имеет заключение комиссии какой-то, что по здоровью, кстати, нормально он выглядел, он типа непригоден был для фронта. Но после того, как он появился в носке, оказалось, что вполне даже пригоден. Ну так что это, Дим, скоро увидим Киркорова, который на фронт поехал воевать. Киркоров запостил видео из Дубая, где говорил про русский дух. Он там пел перед русскими в Дубае на Рождество. И говорил про русский дух. Я сегодня в Инстаграме это выставил видео и написал, что когда вы уже этим русским духом насытитесь до усрачки, надышитесь до усрачки. Вот мудачье какое. Ну что, их прессуют, конечно, участников голой вечеринки. Кого-то отправят на фронт. Без сомнения, как этого рэпера. Ну, Путин пошел крестовым походом против нетрадиционных ценностей. То есть сами они с удовольствием этим занимаются, а другим нельзя. Нет. Да. Слушайте, друзья, сразу анонсирую, у меня выйдет интервью с Марком Фейкиным, где он рассказал мне столько забавных и занятных подробностей из жизни кремлевской элиты, путинских подчиненных и непосредственно самого Путина, каким образом и какие голые вечеринки они устраивают. Ну, я тебе скажу то, что вот мы увидели с этим носком у этого человека. Но это детский лепет по сравнению с тем, что мне Марк поведал. Поэтому на днях у нас на Ютубах будет это интервью, обязательно посмотрите. Пишут, Идем. Киркоров трансвестит. Да, входит в транс и свистит.
Идем дальше. Друзья, через минут пять мы будем завершать голосование, мы остановим и расскажем вам результаты в нашем телеграм-канале, поэтому, пожалуйста, прямо сейчас под нашим видео, посмотрите, есть ссылка, значит, ссылка на телеграм-канал, на голосование по тому, что нужно делать с коррупционерами во время войны. Ваше мнение для нас важно, поэтому обязательно два действия. Заходите по ссылке, голосуйте, участвуйте в опросе. И второе, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Дмитрий Гордон. Так, британская разведка заявила, что Россия восстанавливает советское подразделение СМЕРШ. А значит, они скоро восстановят Коммунистическую партию Советского Союза. Они скоро Ленина оживят в мавзолее. Что они еще сделают? Они, смотри, все страны думают о будущем. Все государства вкладывают в будущее, искусственный интеллект. Да мало ли, куча всего. Эти охламоны вкладывают по-прежнему в прошлое. Давайте гордиться прошлым. Давайте делать то, что приносило нам успех. Давайте восстановим СМЕРШ. Ну, идиоты. Это больные, клинически больные люди, идиоты. Ну, что о них говорить? Это мир животных. Это животные. СМЕРШ. Давайте НКВД восстановим. Скоро они дойдут до этого. Скоро у них 37-й год начнется, раньше 2037 года. Доносы уже по всей стране идут, по России, как раньше в советское время. Скоро будут в застенках пытать несогласных, расстреливать. Ну а чё нет? Ну а чё нет? Еще две новости. Беларусь строит военный... Дмитрий спрашивает, у вас интеллект искусственный? Ну а какой? Вы что думаете, можно такой мощный интеллект иметь и не искусственный? Конечно. Беларусь строит военный городок в 40 километрах от границы с Украиной. И вторая новость, связанная с Беларусью. Россия могла разместить ядерное оружие в Беларуси в 40 километрах от границы с Литвой. Вот Wall Street Journal пишет, что российский диктатор Путин хочет запугать НАТО, чтобы альянс прекратил военную поддержку Украины. Они ссылаются на декабрьское заявление белорусского диктатора Лукашенко о том, что Россия завершила размещение тактического ядерного оружия в Беларуси. Как пишет газета, американские чиновники не раскрывают разведданных по поводу ядерного оружия на территории Беларуси. И вполне возможно, что Лукашенко блефует. Ты знаешь, возможно, блефует, возможно и нет. Это лгун, пдун, человек, которому верить, себя не любить просто. Лжец. Поэтому может и да, может и нет. Ты знаешь, Тавр, легендарный Богдан Кратевич, начальник штаба Азова. Вот у меня вчера вышло с ним интервью на YouTube-канале, я всем рекомендую посмотреть. На YouTube-канале «В гостях у Гордона» интервью с Тавром, посмотрите. Вот он не исключает того, что белорусская армия вместе с русскими может снова пойти на Киев. Он этого не исключает. Но я к Богдану Кратевичу всегда прислушиваюсь, потому что он очень умный человек, который занимается именно штабной работой, и он понимает, как правило, о чем говорит. Возможно, возможно, возможно. Ты думаешь, такой вариант возможен? Ну, я думаю просто. Что Путину нужно? Главный вопрос задаю. Путину по-прежнему нужна вся Украина. Я подчеркиваю, вся Украина. Для того, чтобы завоевать всю Украину, может он пойти с Беларуси, с белорусским войском? А чё нет? А чё нет? Цели и задачи Путина не изменились. Они остаются прежними. Мне вот могут возразить, да ну, если Путин, допустим, остановится там, где он находится сейчас, это уже будет победа, и это все нормально. Я отвечаю, во-первых, Путин не случайно в Конституцию России внес Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Так скажите, Запорожье входит в Запорожскую область? Входит. Херсон входит в Херсонскую область? Входит. Если эти области Путин ввел по Конституции в состав России,
Нужны ему Запорожье и Херсон? Нужны. Уже как минимум. Но ему нужна вся Украина по-прежнему. Это его больное место, это его, я не знаю, наваждение Украина. Ему нужно все, и, конечно, ему нужен Киев. Ну, облезет. Итак. Уже облазит. Да, прямо на наших, прямо на наших глазах. Мы это наблюдаем. Итак, друзья, с вашей помощью мы сейчас узнаем, как вы считаете, что же нужно делать с коррупционерами, которые зарабатывают во время войны? В контексте скандала с Гринкевичами мы задаем нашим зрителям этот вопрос. Я попрошу редакторов сейчас вывести результаты голосования, которые мы проводили в телеграм-канале Дмитрий Гордон во время нашего эфира. Пожалуйста, покажите нам, что мы имеем. Так, поехали. Первый вариант – ужесточить законодательство и сажать пожизненно без права помилования. 14% проголосовавших за это. 37% нужно не только сажать, но и конфисковывать все имущество. 37%, как предлагал президент Зеленский, на время войны приравнять коррупцию к госизмене. И 13%, что делать, и так зафиксировано в законах, нужно просто их выполнять. Итого, значит, максимальное количество голосов, одинаковое, равное, набрали два варианта. То есть о чем говорят наши зрители? Что, как, что бы для них было справедливостью, да, в таком случае, как наказание коррупционерам, которые воруют на войне? Это два варианта. Нужно не только сажать, но и конфисковать все имущество. И второй вариант, это как предлагал президент Зеленский, на время войны приравнять коррупцию к госизмене. Я могу свести воедино эти два варианта. По сути, люди хотят максимально жесткого наказания в рамках закона для коррупционеров, которые зарабатывают кровавые деньги, из-за которых в том числе погибают наши воины. Это максимальный срок, то есть максимальная тюрьма пожизненно, без права помилования. Это конфискация имущества и это клеймо госизменников для этих людей. Максимально тяжело, максимально жестко, что может быть, потому что здесь не до игр, здесь не до толерантности, потому что ну, такими вещами заниматься нельзя. Просто нельзя. Друзья, проголосовала. Сейчас я гляну, сколько проголосовала у нас. Какая это выборка? Так, почти 5000 проголосовало. Прилично, прилично. Хорошая выборка, да? Хорошая выборка, да? Да, да, да. Да.